Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Это не патрульная машина. Здравствуйте, а можете, пожалуйста, чек пробить по базе данных? Он педофил. Нет. Ну, знаем, вы можете. Педофил? Не может, он педофил просто. Поехали. Быстро руки подняли, улыбнулись. Быстро, быстро все подняли руки. Три, фоткайте, два, фоткайте, вот один. Все, вот такие рожи вот его публикуют. Быстро, быстро, в Инстаграм, быстро. Куда у тебя столько денег, блядь? Колись давай. Каких денег? У меня нет денег. Ну, если нет денег, ты купил себе три майнинг фермы. Ничего не знаю. Ой, да-да-да, рассказывай. Мы сейчас будем антикоррупционное расследование проводить, ты в курсе? Да-да-да. Вы что, там охренели совсем? Он вам не какер. Ой-ой-ой, он стрелять начал! Коррупционер! Коррупционер! Огонь веди на поражение! А! Попал. А! Попал по коррупционеру. Мои биткоины! Он стреляет! Сахара. Биткоины! Хуярь коррупционера, блядь! Моя криптовалюта! Сука! Он по мне попал! Я майнинг ферму не отдам, суки! А, он стреляет! Майнер стреляет! Беги! Он стреляет, он огонь видит! Ты вызвал полицию, нет? Я не знаю, ты вызываешь? Да, мы вызвали. Ты ж мужик, полиция приехала, открывай давай. Да. Уходите, гражданин из дома. Я не отдам свою ферму никому, да вам, блин. Вам не нужна ваша ферма, она пока... Я никому не отдам ферму, блин. Мне нужно понять, зачем вы стреляли... Пошли вон нахер отсюда! Подожди. Гражданин, вы слышите меня? Да. Никому не отдам свою ферму. Не нужна ваша ферма, я хочу понять, для чего вы стреляли по-граждански, вы понимаете? Не хотите... Биткоины, пи***ли мои, отвалите, я не отдам их. Биткоины не воровал, вы же в доме одни. Они влезть хотели в окно, я защищал свое имущество, какие я чё, блин. Чё вы жилетсмертника-то надели, гражданин? Да повербанки заряжаюсь, у меня электричество жилет всё на майнинг-ферму. Какой жилетсмертник? Идите проспитесь. А что это такое? Я не знаю, будильник. Я знаю, жилетсмертник. Будильник. Чё вы, блядь, подорваться, я не понимаю. Чё вы этот балаган поднимаете? Да, бей вибратор. Говорю. У меня сейчас гражданин есть все основания для того, чтобы взломать ваш дом, сейчас обыскать, понимаете или нет? Не надо ничего обыскивать, не надо мои биткоины. Из дома и поднимите руки, сдайте это. Нет! Я буду тут жить. Вы меня применить в отношении вас высшую меру не наказания, а применение силы. Вы хотите сказать, у меня нет выхода? Сейчас в текущее время у вас нет выхода, только если вы умрете, хотите взорваться в доме, но это не выход, поверьте. Я не отдам вам свои биткоины, мне надо подумать, подождите. Не нужны мне ваши биткоины, мне вы нужны, а не биткоины. Мне нужна медицинская помощь, значит. Вам нужна медицинская помощь? Да, мне нужен психолог, психиатр и ветеринар. Гражданин. Да подожди, криптовалюта падает в цене, блин. Гражданин, я боюсь, сейчас тут не только криптовалюта в цене упадет. Давайте я дам вам один биткоин, и мы забудем про то, что тут вы видели. Гражданин, давайте вы сделаете так, как я вам сказал, и, ну, один биткоин явно того не стоит, как минимум. Если вы хотите меня уже договорить, то я так наглую. Так, вы можете зайти, мы договоримся. Нет, заходить я точно не буду. Я не буду выходить, я не хочу выходить. Значит, в противном случае мы вынуждены применить оружие. Не надо применять оружие, вы что, издеваетесь? Тут видеокарты взорвутся, вы что делаете, блин? Ну, тогда выйдите из дома, чтобы мы не применяли силу, гражданин. Я могу на крыльцо выйти, посмотреть, там, покурить его. Сейчас, подождите. Гражданин, мне нужно, чтобы вы вышли во двор. Я пойду покурю в окно, подожди, блин, сигареты найду только. Гражданин, я боюсь, сейчас мне придется взламывать ваш дом и обыскивать его. И тогда потеряете вы не только свою майнинг-ферму, но еще много чего другого, я так полагаю. Вы этого хотите? Нет. Ну тогда давайте мы просто поговорим спокойно, выйдите из дома. Давай, я выхожу из дома, давай разговаривать. Вот эту вот жилет снимите с вас, пожалуйста. Я на своей территории, частная территория. Гражданин, ваша частная территория подвергает опасности мирного населения, как минимум двух мирных гражданских за моей спиной. Тут все соседи уже съехали, как я начал майнить, они все уехали. Инфраструктура города вы можете использовать, дом не выстроили лично, это вам государство его дало. В смысле? Я потратил на него кучу денег, как это вообще?
Ну хорошо, вы купили уже готовое жилище, но не строили же его, правильно? Конечно, но я же это заплатил за работу, чтобы это ремонт это оплатил, блин, ремонт в смысле? Это другое совсем же. Сама инфраструктура дома и, ну, установка, вот, смотрите, вы сейчас даже если взорвете сейчас, да, вы сломаете соседний дом, сломаете вот автомобиль, возможно. Взорвете. Что вы предлагаете? Предлагаем выйти из дома для начала и снимите вот эту штуку с вас, с себя, чтобы мы спокойно поговорили. Так, я сниму эту штуку, что будет дальше? Обрисуйте мне картину. Дальше? Да, что будет дальше? Вы ворветесь и будете пиздить мои биткоины? Кто ваши... Спокойно, вы здесь буду стоять, вы выйдете из дома, закроете двери, если вам так принципиально важно. Подойдете ко мне спокойно и все. Хорошо? Сейчас, хорошо. Хорошо. Я сначала изыму вот эту штуку вашу, чтобы у вас не было потом вот этих вот еще таких повадков. Я выхожу из... Блин, вы с оружием, да ну вас нахер. Конечно, с оружием, гражданин. Какого черта? Потому что от спасности стоит, знаете, какого черта? Какого черта я должен выходить? С оружием человек стоит. Я полицейский, гражданин. Вы только что же рядом смертника стояли. Но я же не утверждаю, что я вас сейчас арестую и отправлю в тюрьму, правильно? Вот выйдите из дома спокойно, мы с вами побеседуем, хорошо? Так, давайте дубль 2 смотрим. Ну давайте. Дубль 2. Так, я открыл дверь. Я смотрю, блин. Я тебя вижу. Я вас тоже вижу. Ты я тебя вижу. Я вижу тебя, гад. Будете выходить из дома или нет? Да, я выхожу, блин, я очкую. Просто там люди с оружием, ты чё, блин? Для вашей же безопасности, гражданин. Так, смотри, я выхожу, видишь, да, я выхожу из дома. Так. Так. И? 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 Давайте я к вам подойду, вы не против? Ну попробуйте. Так, так. Нет, давайте сначала представлюсь вам, сейчас, на секунду. На жетон, генерал полиции Декар Шоу. Зачем вы жилет смерти боже. Зацепили, скажите? Подождите, биткоин вырос, кажется. А жилет? Какой жилет? Я, блин, смотрите, два полудурка пришли, биткоин у меня, блин. Что я был должен ну, делать вообще в этой ситуации? А зачем вы, ну... Почему не вызвали полицию? Я не вызвал полицию, потому что пока я вызывал бы полицию, они бы проникли на второй этаж из видеокарты. Я не могу этого допустить. Вы что, блин? Я защищаю свою собственность любой ценой, блин. Ну не совсем любой, конечно. Эта цена не должна быть предусматривать вашу смерть по следующим уничтожениям. Вообще посмотрите, посмотрите, он вообще представил сотрудником полиции, он в кепке сотрудника полиции стоит, какие-то вообще в заблуждение хотели меня. Это вести, блин. Часовая кепка, она не запрещена. Ладно, гражданин, смотрите, давайте сделаем так. В следующий раз, когда у вас будет какая-то такая подобная ситуация, вы сотрудников полиции, хорошо? Безусловно, вы имеете право применять оружие, но для защиты вашего дома. Вы видите но окно? Посмотрите на окно налево. Да, через окно, суки, пытались залезть, блин. Через верхнее тоже, да, пытались залезть? Пытались, пытались, пытались. Я отреагировал кулаками. Знаю, нет, не моя, наверное. Там что-то подвезли какую-то технику серьезно. Видимо, хотели это выламывать. Понятно. Ладно, тогда, гражданин, приятного вам дня. Я прошу вас в следующий раз... Они же... Сотрудник полиции подъезжает, а я сейчас прогоним их отсюда, не переживайте. Они спи***ть хотят, я ж вижу, смотрите. Да ничего они у вас не украдут, не переживайте. Мы тут побудем, поговорим с гражданами. Я думаю, они поймут. Я сейчас тоже так я думаю. Хорошо? Они... Да, хорошо. Замечательно. В таком случае, ну, мы вас не задерживаем. Приятного я пошел майнить, да. Спасибо. Да, ради бога, идите. Делайте что вам угодно. В пределах разумного. Так, господа, смотрите, как сообщил гражданин, утверждает то, что пытаюсь проникнуть в его жилище. Опять же, да, если вы вдруг этого дела не делали, да, то настоятельно рекомендую не лезть к этому гражданину. Квартиру у него, видите, да, приспособление замечательное. Вы это для вашей же безопасности. Чем надо? Эй, какого чёрта? Так, мы в жопе. Окей. Быстрее. Окей, всё, так. Кто в багажнике первый? Давай, я тебя жду. Там нет никого в багажнике. Там нет никого. В багажнике, давай, я тебе даю 6 секунд на то, чтобы вылезть. Один, блядь, Жакуай, отсебись, пожалуйста. 3. Тут даже багажник, походу, не работает. Если вы будете отходить, я вас нафиг пристрелю. Машины все подошли. Чё всем от нас надо постоянно, будешь блин? Будешь уходить или пытаться развязываться, я тебя убью. Быстрее к машине, подожди, шёл к белой машине. Подошёл.
выхер. Быстрее. Так. Так. Вы будете пытаться развязываться или кричать что-то? Ну, или уходить? Мы вас нафиг убьем. Окей. Уходим? Уходим? Что-то не могу понять, куда они поехали. Да ёб твою мать! Какого чёрта? Потрясающе. Очко. Бля, взятка. Никакой взятки. Бля, взятка. Никакой, никакой взятки, я не беру взятки. Ну, розыска не имеется. Розыска имеется? Имеется взятка. Тебе нужна взятка. Стреляли по нам. Я вас обычно только взрываю, я не стреляю по вам. Да, не имеется у вас на пистолет. Я сейчас его изыму, вы заплатите. Да, имеется взятка. Нет, вы же заплатите просто штраф, как мы вас спросим. Давайте я дам взятку. Да. Две взятки. Каждому по взятке я пойду. Нет, штраф. Почему? Что за принципиальность? Не, я не беру взятки, потому что... А я даю взятки. Не, я не беру взятки. Мне их надо кому-то дать. Люди... У меня слишком много взяток. Дайте. Позовите кого-нибудь другого, кого-нибудь дам взятку и пойду домой. Да. Да. Я пройду с кобетом. Где ты ищи его? Я сейчас прыгну с крыши. Сэр, стоять. Я спрыгну. Я сказала стоять. Стойте. Все, я сейчас буду прыгать вниз. Наконец-то мне добавили промокод Blackstone маленькими буквами. Нужно ввести в личном кабинете, но только при условии, что вы наиграли менее 30 часов. Другими словами, новичок. Дает такие бонусы, как 100 тысяч долларов, 5-я випка на 5 дней и эксклюзивный Chevrolet GLSS, который после активации должен появиться в вашем гараже. Так что пользуйтесь, играйте, увидимся на острове. Конец связи.